Тибесовский заводской. Это оригинал, да. Так, и что в нем не так? Моторы у них слабые, 2205, 2400 кВ, сделаны специально под ТБС Обелион. Во-первых, после первых двух полетов всем подшипникам пришла хана. Всем? Всем. Окей. На одном, я только, у меня был комплект, я поменял на одном, он более-менее. Теперь все болтаются. Ладно, что еще? Просто, они просто не тянут моторы. Что по рамке? Рамка нормальная, рамка не играет, ничего с ней. Конечно, много комментариев на Ютубе, в Фейсбуке, что якобы разбивается, лопается вот в этих местах. Мне тоже кажется, мотор маунта нет. Ничего нету. Я не. Ну ты не сильно падал, наверное. Да я не падал вообще. Не надо падать. Как падать? Зачем падать? А этот электроника что? Не для этого. Power Cube все дела. Вообще офигенно. Не знаю. Ну то есть. В третий стоит. Короче, проблема только в моторах. Только моторы поменять, да. Есть цехи на 6 тест у них рассчитаны, в принципе, но Betaflight 3.4. Центрами. В смысле, с правильным. Настроил? Ну, да, полностью настроенный, как нужно. GoPro снимает там на борту? Да. Тяги вообще нет. Ну, 22.05, 22.04, сколько там моторчики? 22.05. Ой, не хватает ему, я чуть не попал в землю. 3 повыше, 5 метров. Ну, либо аккуратно. У камеры угол, конечно, обзора такой широкий, но это замененная линза, не оригинальная, это фоксировская 1.8. Хорошо идет. О, прям реально газ приходится держать выше половины все время. Ну, то есть коптер реально скорее для каких-то очень быстрых полетов на гонках, возможно. Где вы все время держите верхний газ, все время работаете на максимум и чисто в повороты входите на полном газу, чтобы лимитировать потребление батку, чтобы беречь. Ой-ой-ой. Ну да, тяги маловато к нему. Не придраться сложно в этом плане, то есть тяги мало. Но, тем не менее, смотрите, я летаю уже сколько? 3 минуты, 2 минуты, а бата 14.5, 14.7. То есть бата, ну, хватает надолго. Летаете дольше, чем на обычном коптере 22.06, 22.07 моторами. Идет исключительно плавненько. Ой, не хватает, реально на жопу сел. Веточки. Нихуя дерево, бля. Медленно, низко и плавно. Попробуем медленно, низко и плавно. Ощутишь, что медленно на нем очень тяжело лететь. Из-за того, что не хватает тяги, ему сложно подняться резко вверх, резко вниз, поэтому приходится лететь довольно плавно. И мягко. В целом могу сказать, что Oblivion аппарат интересный. Как готовый комплект для начинающих вполне ничего. Это очень похоже на бомж-коптер по именно характеристикам полета. Он достаточно мягкий, тем более на F3, на регуляторах с мультишотом. Там, по-моему, еще на старой версии D-шота, по-моему, не было или что-то такое. Идет он плавненько, мягонько, но именно вот топовой производительности от него, конечно, не ждите. Но, с другой стороны, он стоит не очень дорого. Хотя за эти деньги можно собрать какой-то серьезный аппарат. Но если вы не можете паять, не умеете паять красиво, собирать не умеете, настраивать не хотите, то, ну, моторы, наверное, придется менять однозначно. Спустя какое-то время, учитывая, что они мягкие, слабоватые подшипники, и тяги у них никакой нет. Поэтому, ну, такое. Кроме того, из-за того, что у коптера огромная площадь... В говно он упал. Он весь просто... Пойдем в речку окунем. Фу, просто это грязь, это не говно. Какая-то глина, блядь.
Ну вот, то есть, если такая штука падает в грязь, это не то, что маленький коптер, где у него площадь минимальная, у него там сплошные перекладины. В общем, не берите обливёны. В этом плане, конечно, практичности мало. Коптер берите, не слушайте Яника. Да, хорошо летает. Да, ну конечно. Теперь сравним это все дело с вот этим обливионом, который на тибетских мастер-пилотах, да? 2400 кВ. Хорошо, ну они сколько? 2306, по-моему, да? Плюс GoPro, опять же, сверху, бата тоже 1000... Нет, 1500, наверное, 1300. Да? 1300. Тоже 1300. А этот обливион на полетном контроле... Дюс. Ух, злой какой. Ой, трясет его, ой, трясет. Пробы надо поменять. Однозначно по-другому летит, летит. Повеселее, пободрее, порезче. Ну там понятно, там моторы вот эти мелкие, 2204, 2205, которые, собственно, обливионовские. А здесь уже крупненькие моторчики. Бата садится. Так они жрут. Проповеди жрут-то конкретно. Легче выходит из проб воша, быстрее выруливает. Мотор говно, кстати. Вот это мне нравится, вот это мне нравится тема. Но он явно чувствует, что тяжеловат немножко для своего размера. Давайте лошадок посмотрим. Гоняюсь, о, побежали лошадки. О, побежали, побежали, побежали по кругу. Ладно, хватит лошадок мучить. Вот это весело, вот это весело. Мне очень понравилось, как он реагирует в воздухе. По-моему, это X, идеальный X, то есть крест. А, рулится прикольно, мне очень понравилось. В целом, летит, в принципе, неплохо. Как видно, после настройки нормальный. Но сейчас будем пробовать более жесткие аппараты. Что это? Кто это? X-Labs Brab. Это X-Labs Brab. Моторчики RCX, мои любимые. 2207. Обожаю. Отличные пробы. 60 подходит. Поликарбонат. 60 подходит? Да. Они не задевают? Нет, он под шестые пробы. Стис идет на пятый. А камера не выка... Не... А, она вместе целиком слита. Да. Ну, понятно. Все. Следующее, чем мы займемся, это будем фристайлить на вот таком вот большом коптере. Сколько это дюймов? 9 дюймов аппарат. Соли. С Хобби Кинга заказали. А, с Хобби Кинга. Еще 3 года назад, наверное. Нормально. Это первый был на GPS. Ну, ты решил GPS убрать, сделать с него гоночный. Здоровенный, помнишь? Покажи. Видно его отсюда? Мускамовский или какой? А, вон, вижу, вижу, да. Огромный вот этот. Который серебристый? Я просто сюда впихал. А что за регули такие здоровые? И кроссфайр еще стоит. Ну, давайте посмотрим, что как полетит аппарат. Учитывая, что сейчас напряжение все еще... Ой, хорош. Ну, идет он все равно плавненько, знаешь. Ну, не сказать, что он супер-пупер быстрый, но... Судя по картинке, я могу сказать, что он особо не отличается от плавного фристайлового коптера. То есть он спокойненько себе рулится. Это бетка какая-нибудь, да? Бета-флэт? Да. Я на двух батарейках. На двух батарейках 1300? Да. То есть это получается, ну, почти 2600. 22 минуты. Ну, это хороший результат. Ну, я вижу, ты стиками практически не дергаешь. Это такое больше для души и успокоения, да, аппаратик? Да, да, да. Расслабленно туда-сюда. Вот такой вот был день, достаточно насыщенный, много всего случилось, кое-что прошло успешно, кое-что не совсем, но если вам понравилось, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, о, гром, да, молния? Да.
Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Началась уже совсем плохая погода, мы едем домой. Буду смотреть, что там получилось, но мне кажется, там есть несколько классных кадров. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.